Всем привет, вы на канале Чебурек Уву, точнее, всем привет, с вами Чебурек. И это последний герой, восьмая часть, по-моему. И так как уже ночь, как видите, надо спать. Я сплю. Значит, я в прошлом видео в комментариях написал голосование, что мне делать в следующей серии. Вот. Скелет на пауке! Ребят! Господи, я ничего не понимаю. Там был скелет на пауке! Вы видели? Я вообще в шоке. Я первый раз это видел. А чё их так много? Жопу себе скелет. Значит, в прошлой серии я делал голосование, что мне делать в следующей серии. Пойти за лошадью, ну, точнее, найти ее и привезти домой, чтобы кататься. Потом было пойти в ад, потом обустроить дом, пойти в пещеру, искать закрошницу. Еще там что-то было, я не помню уже. Один голос был за пойти в ад, один голос был искать сокровищницу, и два голоса обустроить новый дом, вот этот. Поэтому в этой серии я буду его обустраивать. И, кстати, я довольно рад, потому что ну, тут ничего нет, я хочу его уже обустроить. Вот. Значит, сначала я хочу, чтобы тут были окна. Окна я хочу, чтобы были вот тут. Два окна. И вот тут. Вот, видите, что было красивенько. Вот здесь получается раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, все. И вот здесь вот так. Ой. Не-не-не-не-не. Потом сделаем. Ну, вот здесь нет смысла делать, потому что здесь камень. Дайте мне. Ой, ё-моё. Я дом сжёг. Так, и вот здесь получается тоже три. Раз, два, три. Все, вот так окна, я думаю, хватит. Вот. Сейчас у меня есть окна. И вот, у меня есть песок. И одно окно. Давайте выложу фигню. Хотя ладно, потом вновь сразу выложу. Так, у нас стекло тут. Или нет? А, да, стекло у нас тут. Кстати, смотрите, как можно... На лайне можно вот так. И она очень долго служит. Так, здесь у меня золото. О, здесь железо. Офигеть, я думала, у меня нет железа. Тут. Нет, тут вроде нет. Тут да, железо. Тут меди 35. Так как Соня со мной не снимает. Что-то, мне кажется, вам не нравится. Соня, поэтому... пока что нет моих видео. Вот. Давай сейчас рассчитаем, где у нас будет кровать. Я хочу кровать, чтобы была прям вот тут посередине. Хотя можно сделать вот тут кровать. Потом сделать какой-нибудь столик. Ну, чтобы было прям вообще модно. Вообще круто, чтобы... Вот. Я хочу, чтобы было все вообще супер. Супер. Так, у меня 6. Мне не хватит, да? Давайте пока аксолотль там сделаем. Потому что аксолотль. Вот. Извините за посторонние звуки, если вы их слышите. Вот. Мы сейчас вот это вот уберем. Потому что аксолотль не вылез. Ой, он уже там. Все, вот так вот будем на аксолотле смотреть. Ну, нормально. Тут вот. И у нас еще 3 осталось.
Все уж. А что нам теперь еще? Там лава же действует. Что нам еще пожарить? Как у меня сбрать? У меня сапоги уже все. Кирдык. Что мне еще надо пожарить? Медь или нет? Нет, зачем мне медь жарить? Что мне можно пожарить, пока лава работает? Тут ничего, может там что-то есть. Золото какое-нибудь. Железо. Вот три золота. Вот еще железо. Блин, какой-то. Все. Три золота пожарим. И железо. А если я уберу? Ага. Все, а потом сразу железо поставим. Все. Так. Мне не нравится вот это пол, хочу обычный. Я могу сделать ковер, там сделать такой. Так я вообще... Ой, я круто придумал. Ой, я вообще молодец. О, уголь тут. Это мне Соня тут расчищала. Можно, конечно, почистить. Но уголь возьму. Во всякий случай. Зачем мне кремень? Все. Толик, привет. На ферму? Кстати, давайте на ферму зайдем, посмотрим. Арбуз заберем. А что он тут вырос? Арбуз у нас вырос, морковь выросла. Вот это не выросло, вот это выросло. И вот тут вот сено у нас, да, пшеница. Так, сейчас давайте все посадим. Морковь. Ой, зачем? Что мне еще надо? Что еще может жариться? Как тут может жариться? Еще что может жариться? Я знаю камень. Камень, точно! Ой, извините, мне не нужна свинья, у меня есть. Где камень? Почему у меня только один камень? В смысле, у меня только один? Не, ну, реально? А, вот, 25, что это такое-то? А что так мало камней, я не понял. Может, тут еще? Я не увидела. Нет, тут нет. Все, железо пожарилось. Камень ставим, у нас будет красивый камень. А сейчас... Что сейчас? Сейчас... Я еще ни разу не обустроил дом. Чем я занимаюсь? Сейчас мне надо дерево. Где у меня дерево? Я хочу сделать сундуки еще больше. Серьезно, у меня нет дерева. У меня вообще что-то есть нормальное? Ой. Мне надо срубить дерево. Какое-нибудь маленькое. Маленькое и удаленькое. Это пещера еще какая-то тут. Вот это. Люблю акацию. Березу еще люблю. А вот темный дуб я ненавижу, он слишком темный. Ну, в Майнкрафте, в смысле. Это... Все. Усё, усё, усё. Можно еще вот это.
Все, мне 16. Я хочу морковку золотую. Очень люблю золотые морковки. Делаем. Мне надо еще. Сундучок, иди ко мне. Ой, сейчас я высыпался. И я ничего не взял. А я сундук взял. Да. Все, сейчас мы будем все выкладывать. Сначала вот этот заполним. Вот так. Все. Этот. Выкладываем прям все. Так вот. Потому что потом что-нибудь еще сделаем. Золотая морковка. Интересно, что дает золотая морковка? Вы не знаете? Я тоже не знаю. Ой, ё-моё, у меня ночь. А я не сплю. Не сплю я ночью, думаю о тебе. Так, всё, спим. Какая жара. Дратуйте. До свидания. До свидания, мой хороший. Что там? Так, всё упало. Мне надо еще паучок. Иди сюда. И там зомби еще. Усё. Ой, там еще уголь. Давайте опять все выложим. Давайте попробуем вот эту морковь. А, я ее не могу есть. У меня опять заползло. У меня опять все зависло. Все отвисло. Интересно, я могу есть морковку, когда я не сыт. То есть, когда сыт, наоборот. Нет. Значит, она золотые сердечки не прибавляет. А что она делает? Может, она много восстанавливает. Все, у меня парень пожарился. Что еще? Что мне еще пожарить? Яйца. Яйца не жарятся. А вот этот жарится. Нет. Не жарится. Ну а что мне еще жарится? Вот еду пожарим. Так. Надо кровать перенести. Да-да-да. Мою любимую оранжевенькую кровать, которую я взял в первой серии. Кстати, я есть захотела. Так, где у нас будет кровать? Давайте. Пробуем. Просрал просто так морковь. Что мне надо? Мне надо вот это перенести. Даже уголь выйдет. Плавильная печь нам нужна. Сюда. Так. И обычная. Но обычно сейчас мы дожарим. Не дожарим. Почти дожарилась. А вот это куда? Ладно, давайте вот это тоже соберем. Все.
я не знаю, куда вот этот дом девать. В смысле, там Толик? Толик, ну тут такое дело. Да, да, выходи, спасибо. Просто ты мне там натоптишься. Пожарим это. Сейчас мы поставим плавильную печь на плавильную печь. Так. И верстак тоже так. Чтоб сразу два раза. Так, что мне еще? Уголь положим туда. И тут. А еще мне надо какую-нибудь крутую штуку сделать. Колокол. Колокол я хочу убрать. Я хочу, знаете, куда? Я хочу на огород. Вот. Так, у меня морковь выросла. Ой, я не доспела ее сорвать. Ой. А у меня нет мотыги. А, помогите. А где у меня мотыга? У меня тут мотыга. Нет, у меня там. Или у меня она закончилась. Подождите, я ничего не понимаю. Где моя мотыга? Вот. Еще морковь. Все. До свидания. Давайте покормим кролика и свинью. Все. Так, так, там у нас упали ростки. Можно взять и посадить. Они же тут были. Ладно, палка. Зато палка. Давайте пойдем в ад. Все-таки был голос создавать. Я просто хочу там добыть чего-нибудь. Этого камня. Ну, короче, чего-нибудь добудем. Придем дом. Дом достроим. Знаете, что я хочу взять? Вот это. Мне кажется, лучше алмаз. Какие вы милашки. Срились. О, у меня меч сломался. В жопу себе стрелять. О, вот опять вот это. Ой, золото. Ой, привет, комок грязи. Ой, приветик. Весит гасты. Ну ладно. Я добыл кварц. Кстати, как раз его можно сейчас пожарить. Или нельзя? Нельзя. Зато мне не так мало. Ну все, можно забирать. Пошлите ее поставим. Вон в тот угол. Сейчас мы остальные положим. Кварц, магма. Вот эта фигня, палка. Пшеница. Это. У
Мне надо меч. Давайте сделаем. Я хочу золотую. Нет, не хочу. Я хочу просто... А я же камень весь переплавил. Ладно, ребят, я думаю, на этом можно заканчивать. В следующей серии я прям сделаю круто. Или даже вне серии. Вот. Потому что уже конец серии подходит. У меня память закончится, как всегда. Вот, наверное, когда-нибудь видео я буду сделать все. А следующее видео я уже вам все покажу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Сосфаша77. Точнее, Чебурек Уву. Я всегда не могу забыть Сосфаша77. И всем пока!